Больше 19 тысяч жителей региона проголосовали за благоустройство проектов городской среды. 5 общественных пространств находятся в Тюмени, одно в Ишиме. Это скверы и зеленые уголки вблизи многоквартирных домов. Дизайн-проекты, которые будут лидировать по итогам онлайн-опроса, реализуют уже в следующем году. Поэтому ценен каждый голос. К работе подключились волонтеры. Они раздают памятки и рассказывают жителям о том, как могут измениться города благодаря совместным усилиям. Об этом подробно накануне нам рассказал представитель Тюменского департамента городского хозяйства. Особенно это торговые центры, места массового пребывания людей. В пятницу, в субботу и воскресенье планируется у нас продолжить эту практику. На основных площадках города Тюмени, где все тюменцы будут у нас отдыхать, соответственно, будет проходить данная акция. Это в первую очередь набережная города Тюмени, Гилевская роща и экопарк Затюменский. Добавлю, что отдать свой голос за тот или иной дизайн-проект можно будет на этих площадках. Более того, участников ждет розыгрыш. Победители могут получить смартфон, велосипед или самокат. Подробная информация размещена на портале «Тюмень наш дом».